Самуил Яковлевич Маршак. Дети спать пораньше лягут. Дети спать пораньше лягут в день последний декабря, а проснуться старше на год в первый день календаря. Год начнется тишиною, незнакомой с прошлых зим, шум за рамою двойной еле-еле уловим. Но ребят зовет наружу зимний день, сквозь лед стекла, в освежающую стужу из уютного тепла. Добрым словом мы помянем год до старого ухода, начиная утро ранним, новый день и новый год.